Тем временем в преддверии новогодних праздников стражами порядка проводятся рейдовые мероприятия по местам продажи пиротехники. Так, только за один час рейда на центральном рынке Актобе выявлено два факта нарушения. В обоих случаях реализаторы излюбленных новогодних петард и салютов о незаконности своей деятельности не знали. Незаконная точка продажи пиротехники расположилась у входа в самый посещаемый павильон центрального рынка, как раз в период предновогодней подготовки горожан. Спрос есть, вот и продаем пиротехнику, призналась продавец, которая так и не представилась ни сотрудникам полиции, ни нам. Зато нарушительница по незнанию рассказала, где была приобретена партия несертифицированных петард и салютов. В подвале одного из павильонов старой части мы купили эту пиротехнику. О том, что для продажи нужно брать разрешение, не знали. Доблестные стражи порядка эту информацию еще проверят, а на месте нарушения провели конфискацию всей пиротехники. Заключили акт изъятия, продавца попросили пройти в опорный пункт. В районе центрального колхозного рынка нами было изъято пиротехнические изделия, был составлен акт, продавец будет привлечен к административной ответственности по статье 483 Кодекса об административном правонарушении. Санкция данной статьи предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. Сотрудники полиции напоминают горожанам о том, что обязательно нужно требовать наличия сертификата у продавцов пиротехники, ознакомливаться со сроками годности и инструкцией продукции. Рейд по выявлению стихийных продаж пиротехнических изделий будет проводиться до самого Нового года. Инкара Карашаева, Маджоит Магомбетов, Казахстан.